Невероятный автомобильный трюк в Лондоне, грязные гонки в Шанхае и памперсные в Нью-Йорке. Об этом далее в нашем обзоре. С помощью ошеломительного трюка прямо в книгу рекордов 15-метровый прыжок внедорожника Jaguar E-Pace с поворотом в воздухе на 270 градусов в Лондоне исполнил каскадер Терри Грант. Ранее он прославился, сделав наибольшую в мире мертвую петлю почти в 20 метров высотой. Нынешнюю акцию производители кроссовера организовали в надежде, что трюк повысит продажи автомобильной новинки. В индийском Нью-Дели на должность вышибалы в клуб взяли девушку. Мол, так посетительница заведения чувствует себя в большей безопасности. Ведь девушке не нужно долго объяснять, что значит надоедливый ухажер. Но 30-летняя Мируниша уверяет, что хотела работать в полиции или служить в армии. Вот только родные были против. А работу вышибалы на семейном совете одобрили. Вблизи американского города Болдер в штате Колорадо прошел день на работу по реке. Раз в году сотни жителей пригорода добираются на работу не автомобилями, а на надувных кругах по местной реке. И каждый раз соревнуются за звание владельца самого оригинального надувного плавсредства. Организаторы уверены, что даже за один день в году без автомобильных выхлопов воздух существенно очищается. В китайском Шанхае прошел ежегодный марафон по болоту. В этот раз в грязных гонках приняли участие больше 4000 желающих. Участникам нужно было преодолеть почти 30 препятствий. Хотя главный приз за все страдания не так уже и мал – $1000. Многие уверены, что главное в состязании не победа, а незабываемые эмоции. В Нью-Йорке прошли ежегодные гонки в памперсах. Самому младшему участнику 6 месяцев, старшему 2 года. Состязание назвали самым медленным спортивным забегом. Тем не менее, страсти тут бурлили не детские. Малыши должны были на перегонки проползти 3 метра. В этот раз победила 11-месячная Брук из Далласа. Ее мама объяснила, дочка спешила к любимому папе, которого предусмотрительно усадили у финишной черты.